Галерею в центре Парижа на неделю превратили в подобие юрты в честь казахстанского культурного сезона. Выставка традиционного и современного искусства Казахстана под названием «Шанырах. Небесный свод» привлекла внимание не только любителей живописи и профессиональных коллекционеров, но и наших соотечественников. Стенды галереи в самом сердце французской столицы украсили редкими экземплярами тускиизов из частных коллекций, которые представляют декоративное искусство разных регионов. По задумке организаторов, рядом с национальными мотивами соседствовали произведения знаменитых казахстанских художников. Серия работ скульптора Эдуарда Казаряна, посвященная материнству, вызвала особый интерес у парижан. Высоко гости выставки оценили экспрессионизм Андрея Ноды и абстракцию Марата Бикеева. Экспозиция, организованная в рамках программы «Наведение мостов между Востоком и Западом», стала для парижан редкой, но интересной возможностью ближе узнать искусство нашей страны. Выставка дала мне желание съездить в Казахстан. Я узнал, что это многонациональная страна, люди в которой объединены одним языком. Я считаю, что есть в этой стране гармония. Это чувствуется через искусство. Страна огромная, во сколько раз больше Франции. Такая богатая культура, это поражает. Я очень рад быть здесь. Что интересно, здесь присутствует смесь традиций и современности, но такой, которая хранит связь с корнями. Очень много тематики материнства, и это универсальная ценность. И традиционный текстиль, он ведь тоже связан с семейными ценностями, наследием, и это мы видим в современных работах Эдуарда Казаряна. Послушайте, это такой сюрприз, редкая возможность увидеть казахское искусство в Париже. Это страна, которую мы ассоциируем чаще с традиционной кочевой культурой. Но очень приятно узнать современный взгляд художников Казахстана. Чувствуется, что страна находится в активном развитии.